Так, а телек будет с какой стороны? Вот с какой поставил сейчас. М? Вот с этой будет. С этой, да? Да. То есть... Все как вчера. А, так вчера он был с другой стороны. Не-не, вчера мы снимали гигабайт. А мы же мышку сейчас снимаем. Ну, значит, оставим как есть. Вот так, да? Да-да. Это очень хорошее положение. А ты уверен, что мышку, а не ноут? Не, мышку сейчас. Сейчас снимем мышечку уже. Я просто уже подготовил мышку. Просто мышка с желтеньким логотипом. Понимаешь? Ага, ага. Желтый ноут, желтый коврик. Ну, просто вообще. Мы не имеем права не снять другой ролик. Значит, нам сейчас нужно что? Телевизор включить, петлю повесить. Да. Замечательно. Так, три-два раз. Три-два раз. Раз, два, три. Совместно с самим Нео. Ага. Поэтому, ого. Эх, густей бы нам Никон дали. Да. Так, давай попробуем. Начинай. Попробуйте. Упор на качество и минимализм. И еще это хорошо то, что они свои мышки... Глянь. Короче, что-то вчера у меня намного круче это все получалось. Давай с середины. Нет, давай сначала. Сначала. Хорошо. Что, следующее? Следующее... Сенсор. Начинай. Окей. Сенсор оптический Avago 3310. Сейчас его не хвалят только ленивые. Угу. Хорошо. Хорошо, да? Реально хорошо получилось? Да, да, да. Отлично. Так. Что еще? Еще что? Или мы еще раз переписываем это? Не, это вообще нормально было. Да? Да. Супер. Старайся чуть-чуть отчетнее разговаривать. Да? Так еще раз сделаем? Ну давай с этого начнем, да, отчетнее. Мышь симметричная, подойдет как для правшей, так и для левшей. Начинай. Чтобы активировать режим для левшей... Для чего? Для левой руки. Хорошо. Давай я это типа на общем могу сказать. Скролл плюс правую кнопку и включаю. Видно будет, когда я отключу так сейчас. Нет? Не будет. Значит, вот так. Да лучше вот с той стороны, как бы, да. Я не знаю, что начинаем. Поехали. Если хотите вернуть обратно в режим для правшей, отключайте, зажимаете скролл плюс левую кнопку. Блять, это правая. Начинаем. Если хотите вернуть обратно в режим для правшей, отключаете USB. Зажимаете скролл плюс правую кнопку и снова подключаете. Угу. Нет, налево? Угу. А что? Ну, долго снимал, и тут, в смысле, долго вставлял, тут тень какая-то, и тоже не отключилась. Так что возвращаемся на эту сторону. Зажимаете скролл плюс правую кнопку и снова подключаете. А, уезжает ноутбук. Снова подключается, вставляй. Давай просто я вставлю тоже. Да. Форма мыши для когтевого хвата. Так даже на коробке написано. Но я без проблем держу ее пальцами. Так что все это дело привычки.
Открывай коробку. Коробку, да? Нужна коробка? Да. Напоминаю, она поменялась. Симметричная мышь разработана для когтевого хвата. Вот так. Где какая? Вот так, да? Да, поверни ее совсем горизонтально к окну. Да. Тем временем террористы выигрывают 9-4. Побегись куда-нибудь там. Да, и начинай говорить. И показывать. Я не помню, что говорит. Говорит и показывает фотос. А, боковые кнопки находятся под большим пальцем. Я, конечно, понимаю, что это не такая модная фишка, менять высоту отрыва, но если учитывать, что дров нет, то здесь plug and play, то это уже круто. Угу. Что-то не получилось, да? Не, получилось. В общем, я просто подумал, что со звуком будет. А если ты вот так вот положишь, попробуй еще так. Все равно то же самое будет. Не, оно не то же самое. Хорошо, ладно. Так, другой вариант, какой-то из них будет рабочий. Plug and play, то есть дров нет, то это уже круто. Угу. Ну и что? Тут я буду показывать, как это делается. Отключаем мышь, жмем четвертую кнопку плюс правую, потом подключаем и получается самая низкая высота, 1.5 миллиметра. Боже мой. Точно не считаю с листа, правда? Да? Конечно. А потом просто покажем, да? Да, да я прям сейчас покажу. Потом начитаем, да? То есть сейчас я покажу, а потом начитаем. Отключаем мышь, четвертая, плюс правая, подключаем. Ну хорошо, да. Начинай. Как покажем? Ну, я думаю, может, двумя руками, знаешь. Двумя? Так вот, да. Знаешь, такой, типа, супер наглядный. Хорошо. Ого, у нас камбэк, боты тащат вообще. Так, начинай. Подсказку себе возьму. Так, держи. Да. Готов? Да. Начинай. Ну и снизу кнопочка, которая переключает DPI. Каждый DPI имеет свой цвет. Нет, не каждый DPI, а каждое значение. Начинай. Ну и снизу кнопочка, которая переключает DPI. Каждое значение имеет свой цвет. Например, 400, 800, 1600, 3200. Класс. И подсказка не понадобилась. Ты смотри, я просто вообще гений математики. Приплюсовал, все умножил на 2. Но боты у меня вообще тащат всю игру. Проигрывали 12-7. Ну, вот сзади повесить вот ромбик, букву F. Да? Все, у тебя брендированный лэптоп. Просто ну что красить, все готово. Идеально просто. Ну, прикинь, буква F там сзади. Да, было бы классно. Тем временем 12-12. Боты просто вообще решили, что им нужна победа. Одно на всех, мы за ценой не постоим. Слушай, а тут холодно становится уже. Так, что я там говорю? Ого, бот вообще, какие-то очень жесткие боты, я прям не могу. Но если Зои позиционирует себя как мышки для того-то, того-то, угу. А не того-то, того-то,
пока убивал бота, забыл, что говорить. Пой сторонний софт на компе, пусть даже это будет драйвер для мышки. Так что настроить мышь под себя на лане. Вот такой вот петуха поймал только что, прикинь. Ну можно настроить. Так что настроить мышку под себя на лане. Да? Типа с этого, да? С этого можем начать, да? Можно? Хорошо, начать? Можем. Можем. Только сиди ровненько, хорошо? То есть не меняй положение. Хорошо. Теперь ты хочешь другой фильм поставить? Да, я хочу, чтобы... Да ты был... король пиара! Склейка посередине, короче, и просто сменился цвет стула, знаешь, неожиданно. А-а-а! Все то же самое, только цвет стула другой. Так, продолжай с того же разговора. Да, вот так. Так что, так что настроить мышь под себя на лане, это очень важно. Кто-то скажет, что, мол, сейчас любая мышка хранит в кайфе... А теперь зеленый стул туда поставь. Не-не-не. Зеленый там в нужном месте стоит уже. Хорошо.